для вахти не в сил отстоять. Сказал кочегар кочегару, огни в моих топках совсем догорят, в котлах не сдержать мне уж пару. Товарищ ушел, он лопату схватил, собравший последние силы. Дверь топки привычным толчком отворил, и пламя его озарило. Окончив кидать, он напился воды, воды опресненной и нечистой. С лица его падал тот сажей среды, услышал он речь машиниста. Ты вахты не кончил, не смеешь бросать, механик тобой недоволен. Ты к доктору должен пойти сказать, лекарство он даст, если болен. На палубу вышел, сознания уже нет, в глазах у него помутилось. Увидел на миг ослепительный свет, упал сердце, больше не билось. К ногам привязали ему колосник, и бойкою трупа вернули. Пришел корабельный священник старик, и слезы у многих сверкнули. Напрасно старушка ждет сына домой, не скажут, она зарыдает. А волны бегут от винта за кормой, и след их вдали пропадает. А волны бегут от винта за кормой, и след их вдали пропадает.